Всем, друзья, привет! Находимся на рыбалочке. Сейчас увидим, как сосед поймал. Уже вытащил, можно снять. Видите? Утащил камыши. Вытащили. Я уже часа два, наверное, сижу тоже на рыбалочке. Два стоят. Убийца карася. Вот одна. Вот это вот поплавковая, он стоит. Вот. Вот вторая убийца карася. И вон там поплавковая. И вон там. Рыбешка, друзья. Так что сегодня воскресенье. Вон стоит машинка моя, там вот люди отдыхают. Солнце пробивается сквозь тучки. Мы сидим. Ловим. Я снова вернулся, как видите, это Осипенко, как говорят у нас ольгинский ставок, кто будет смотреть, друзья. На что ловлю? Есть кукуруза, вот такая вот, ставится на пружинку, это самое, на карася, и там вот червячки, еще есть немножко манки там, закинул, так что вот посмотрим, что оно и как оно даст, что будет, друзья. Там стоит на кукурузу та удочка, здесь на манку, вот это вот, на манку. В общем, трудимся. В поте лица. Завтра, не знаю, наверное, скорее всего, на работу не едем, я так понял, выходной. Ну, еще посмотрим, что оно будет. Воды сейчас больше, чем в том году здесь, ближе к берегу. Она была чуть дальше, может, из-за того, что дожди налили. Потом испарится. Так что пока водичка есть, рыба есть. Тут передо мной ребята были, здесь тут карасей взяли. Ну а мы сидим потихонечку, ждем свою еще рыбку. Что будет? Вы видели, рыба есть, друзья. Так что если есть умение и желание ловить, поймать можно. У меня удивительно только пока на эту вот удочку была. На ту клевала, но ничего. Хотя те года она тоже ловила. Там убийца карася стоит с пружинками. Ветерок дует, но чтобы сказать холодно, не скажешь. На море уже ходить, друзья, не буду, на бычка, ну, может, там такое, ну, то есть постоянно уже такого не будет, может, будет настроение, что-то такое, схожу на море. Терпение и труд рыбу в садок призовут, друзья. Так что все, как говорится, в наших руках. Ну, первый день, как всегда, блин, комом. Что-то хорошо, что-то не очень. Ну, поглядим, еще не вечер. Что у меня еще будет, посмотрим. Так что однозначно нельзя ничего сказать.
соседа там 5 удочек, у меня 4. Я уже 3 рыбки поймал, он первую одну, но более-менее большую. Думаю, там грамм 450 будет. Мы тоже будем надеяться. Здесь я самое больше ловил 1,5 килограмма, друзья. Амура 1,5-килограммового, он с тех камышей вытаскивал. Так что главное выжидать. Так вот, солнышко, там целая компания. Ну, вам, друзья, приятных просмотров. Кто пойдет на рыбалку, тоже удачи. Да, цена, друзья, 150 гривен за весь день, 20 гривен час. Так что делайте выводы. Есть и бесплатные ставки, есть платные. Кому как, друзья, как интересно. Дальше отъехать, бензин потратить, но недорого, газ, то ли заплатить. В общем, всем привет и до встречи на наших курортах, друзья.